Еще 2 года назад санаторий «Знание» был признан самым радушным санаторием страны. Все это время здесь не только подтверждают это звание, но и стремятся к более высоким результатам, в том числе и регулярно проводя специальные акции. Последнее предложение – отдых и курс лечения за 990 рублей в сутки – эксперты курортной сферы называют лучшим в стране. В 990 рублей в сутки входит не только проживание в комфортабельных номерах, трехразовое питание по системе «Шведский стол», пользование крытым бассейном, но и диагностика и лечебные процедуры, в том числе ЛФК в воде. Наш санаторий занимается программой оздоровления антистрессовых программ, которые включают в себя прекрасные процедуры. После них, если чувствуете, будете очень спокойно, у вас появится сон глубокий, вы будете радоваться жизни, будете радоваться работе. Попробуйте. Хорошая новая программа. Главным профилем санатория всегда считалось лечение заболеваний сердечно-сосудистых, опорно-двигательных систем, а также невралгии. Сердце и сосуды, позвоночник и суставы, вопросы мужского и женского здоровья. За период отдыха в санатории «Знание» можно полностью оздоровиться. Для этого здесь есть все условия. Приезжает человек уставший, замученный, раздражительный, в стрессе. Болит печень, болит почки, беспокоит сердце. Буквально несколько дней и не узнать человека. Глаза горят, улыбка, энергии море, готов сворачивать горы. И, конечно, ради этого результата нужно обязательно ехать в санаторий. Мы будем рады, если наши сочинцы выберут санаторий «Знание». Для качественного отдыха и лечения важны многие факторы, в том числе и окружающая среда. «Знание» расположен в 150 метрах от моря в окружении вечно зеленого парка с пышной растительностью. Воздух здесь насыщен ионами, которые также оказывают благотворное воздействие на организм. Предложение остановиться в санатории «Знание», получить возможность санаторно-курортного лечения по уникальной цене 990 рублей действует до конца декабря. Телефон оператора санатория, который расскажет более подробно, 241-91-91. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.